Перенести Конституционный суд Украины в Одессу. Такую инициативу Украинской морской партии Сергея Кивалова поддержали представители всех фракций городского совета. С этой просьбой депутаты обратятся к центральным органам власти. В нашем городе сильнейшая в Украине правовая школа, и Одесса претендует на звание юридической столицы страны. Это даст мощный импульс развитию инфраструктуры, создаст новые рабочие места и обеспечит городу особый статус. Я убеждена, что Одесса – это лучшее место, где может располагаться Конституционный суд Украины. Это новые возможности для нашего города. В Одессе расположена лучшая правовая школа. Инициатива Украинской морской партии Сергея Кивалова в отношении того, чтобы Конституционный суд перенести в Одессу, была проголосована и принята. За что я благодарна коллегам. Потому что действительно вопрос переноса Конституционного суда – в правовую столицу, а мы убеждены, что Одесса является правовой столицей нашего государства. Мы убеждены, что перенос Конституционного суда в Одессу даст новые инфраструктурные возможности, новый виток, новые возможности для города Одессы. Гордость такая за нашу школу правовую, за вуз, который создал Сергей Васильевич Кивалов, и поддержало 33 человека. Это значит, что наше обращение, которое озвучил лидер фракции Асауленко Светлана, поддержали. Это перенос Конституционного суда в Одессу. Я абсолютно на 100% уверен, что это положительное решение, если его примут. Это очень хорошо. Напомню ранее предложение о переносе Конституционного суда в Одессу. Лидер политической силы Сергей Кивалов обсудил с главой суда Александром Тупицким. Сегодня из 18 судей КС 12 являются одесситами. Поэтому предложение основано на желании самих представителей суда.